А мы заселились в новый номер, в новый отель. Надо же все посмотреть, попробовать разные варианты. Вот такой большой шикарный номер под крышей. Это называется алкак? Мансарда. А внизу баня. Вы знаете, это очень-очень напомнило наш первый дом, который был баней. У нас внизу была баня, а наверху мы жили. Но потом мы построили уже большой дом. Есть телевизор. Ну, я не знаю, как можно в Адыгее смотреть телевизор. Удобная кровать, хороший матрас. Подушки нас порадовали сегодня ночью. Чайник, холодильник, холодная горячая вода. А что еще надо для счастья? Очаровательная хозяйская кошечка к нам с утра приходит, ластится. А есть у вас колбаска? А есть у вас рыбка? Дайте мне немножко. Не жадничайте. Но не жадь, я хорошая. Я хорошая. Спускаемся на первый этаж, чтобы показать все наше хозяйство. Здесь можно отдыхать большой компанией. Кстати, две еще раскладных кровати есть у нас наверху. Ну, например, для детей, если там с семьей приехали. Так, а это, конечно же, баня. Вот такое большое хозяйство. Сейчас зажгем свет, чтобы посветлее было. Здесь стол для большой дружной компании. Стиральная машина, зеркало. А вдруг побриться захотите? Один душ. Ну, здесь душ целых два. Сауна. Тут такое освещение интимное. А что в сауне надо смотреть? Правильно? Ну и, конечно же, главное место, куда цари даже пешком ходят. В общем, друзья, приехать сюда небольшой компанией или семьей. Одно удовольствие. Днем по горам Адыгеи, а вечером здесь чай. Ну или пиво там, например, вино. Ну это я шепотом, чтобы дети не слышали. Вот так. Рекомендуем. Солнечный. Хат жох.